Остап Бендер и Киса Воробьянинов искали 12 стульев. У нас здесь стулья керамические. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Запасной 14, 15, 16. Но так как Остап Бендер искал сокровища в стульях, то где-то они должны быть. Вы со мной согласны? Нету. Давайте здесь проверим. О, что-то есть. Ух ты, интересный пакетик. Запечатанный. Сейчас проверим. Ура! Сокровище! А, так это 1 копейка. Украинская. На данный момент времени у нас в стране платежеспособными являются только номиналы от 50 копеек. Ну, мелочь, но приятно. А вы как считаете? Кстати, если кто-то в комментарии укажет свой имейл, то я вышлю новой почтой. Всего вам наилучшего.